В детстве сильно болел. Даже шутки шутить не надо, прикиньте, уже люди смеются, отлично. В детстве сильно болел, у меня была когда-то температура 39. И родители решили, надо Мите свечку поставить. Я думаю, о, прикольно, завтра в храм пойду. Не, или вы все хлопаете, или никто не хлопает. Давайте так уже договоримся. Вот. Я думаю, слава богу, еще мы в храм пожертвований вносили. Вообще, очень, конечно, отличная штука. Я, знаете, очень экономный человек, поэтому не хожу в магазин на голодный желудок. Но недавно со мной совершилась такая оказия. Зашел в магазин и не понимаю, зачем я туда пришел. Потому что я все хочу, все. Я хочу скитлс, скумбрию, чудо-йогурт. Я думаю, диарею мне туда тоже заверните, пожалуйста. Тоже буду диарея. Я стою, не могу выбрать кока-колу. Потому что ее 100 тысяч видов, блин. Сейчас у меня меньше, блин, после ЕГЭ было выбора, чем в коле, блин. Там с лаймом, с вишней, без сахара. Думаю, нахрена кола без сахара? Ведь кола с сахаром — это самая главная фишка, блин. Думаю, а дальше что? Баунти без райского наслаждения. Сникерсни с тормозами. Киндер без сюрприза, я не знаю. ЛДПР без Жириновского. Это что вообще? Вообще очень странно. Еще, знаете, очень сложно в магазине яйца выбирать. Там стоит C1, C2, C3. Я думаю, я яйца выбирали в морской бой играю. Это что за фигня вообще? Я еще говорю девушке, ну, C1. Не, она говорит, мимо. Надо было C0 выбирать. Я думаю, ах, казалось, за полями играешь. И я, знаете, вообще на всем экономлю. Похлопайте, кто покупал ложку для обуви сам. Есть такие люди? Блин. Я жил в трех разных квартирах, она там всегда была, всегда. Я раньше думал, что ее в дом застройщики приносят, честно. И сейчас у меня нет ложки для обуви. Знаете, как понимаете, как у человека нет ложки для обуви? У него здесь на пальце ожог, блин, вот здесь. Спасибо. И, короче, я раньше думал, что люди, знаете, которые на мизинце, ноги отращивают, думал, дебилы. Оказывается, нет, очень реально удобно кроссовки одевать. Люди продуманные, экономисты. Нет. И знаете, у меня из-за того, что я экономный, много, думаю, всякого барахла скопилось. Похлопайте, у кого есть дома старая мочалка. Есть такая штука, старая мочалка? Я сейчас не про бабулю. Если что. Я прочитал статью, что нужно мочалку менять раз в 2 месяца, прикиньте. Я думаю, ага, блин, вы еще скажете, что нужно бритвы одноразовую сразу выкидывать. Маски медицинские каждые 2 часа менять. Кто эту статью писал? Абрамович, блин, я не знаю, это фигня. И там написано, что, ну, дальше, чтобы предотвратить размножение бактерий, нужно менять мочалку. А эту мочалку еще с детства помню, блин. У меня и деда мыли, кошку, собаку. Все, кто срал в квартире, того и мыли, блин, вот. У меня дома, знаете, уже не мочалка, а одна большая бактерия. Я когда на нее нажимаю, она кричит, больно. Если на нее мерместина капает, то можно пенную вечеринку устроить. И там еще написано, чтобы предотвратить размножение бактерий, нужно еще стирать мочалку. Стирать. Я думаю, а до этого что делал? А? Купал ее, блин. И знаете, невозможно экономить, когда ты живешь с девушкой. Вообще нереально. У меня дело в том, что у меня девушка при мне стесняется ходить в туалет. И когда она идет в туалет, она включает воду, чтобы я не слышал. А прикол в том, что я слышу. Знаете, когда включается сначала один кран, через некоторое время включается другой кран. А вот сейчас звук, о, хорошо посрала, блин. И недавно мне пришла квитанция за ЖКХ. И чисто по квитанции у меня не однокомнатная квартира, а 200-метровый бассейн, блин. Я думаю, если я сегодня бабки выиграю, как раз за коммуналку оплачу, блин, хватит. И я думаю, знаете, предложение более дешевый вариант заглушки. Чтобы она ходила, ну, только в грозу. Чтобы я кричал, дорогая, дождь, она побежала быстрее туда, блин. Или, знаете, в себе копила, потом к маме уезжала.
Или так. Или, знаете, чтобы музыку на фон ставила. Чтобы было как с плейлистами. Знаете, есть музыка для секса, для тренировки, у нее будет для похода туалет, блин. И там, знаете, если жесткое дерево, там жесткий рок играет. А если, знаете, просто живот пучит, там Егор Крид тоже есть. Мне, конечно, опасно, если, знаете, это войдет в привычку. Прикиньте, на свадьбе заиграла песня «Ты моя невеста, и если честно, мне с тобой вот так...» И невеста как нашкодила, блин! Опасно. Так, а похлопайте, кто ходил на профессиональный массаж. На профессиональный массаж. Есть такие люди? Вау! Блин, я первый раз был на профессиональном массаже, знаете, кардинально отличается, когда тебе в детстве делал батя массаж. Помните, вот это типа «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый». Когда поезд ехал, уже место на кладбище бронировал я. Где массаж не лечит, а калечит, блин, просто. Ты после батиного массажа вот так выходишь просто, как червяк из «Люди в черном». Такой: «Пап, спасибо, позвоночника не чувствую». Или знаете... Или, знаете, от массажа, который тебе девушка делает. Знаете, когда она так 5 минут делает, такая: что-то я устала, давай ты теперь. Массажист так не делает, типа: все, я замахался, давай ты теперь. И 2000 еще, кстати. Нет, я первый раз на профессиональном массаже, и вообще не знаю, знаете, что от него ожидать. Он мне делает массаж такой: что такой ты напряженный? Расслабься. И трусы мне чуть приотпустил. А я вообще, понимаете, первый раз, я не знаю, что делать. Я думал, если у меня палец бы в жопу засунул, сказал: так и надо, профессионал, знает свое дело. И ты же смотришь в этот, ты лежишь на этой кушетке, ты же ничего не видишь, ты видишь только в этот ободок унитаза, смотришь в него только. Я когда туда зашел, думал, наверное, нужно в жопу туда садиться, правильно? И ты смотришь в него, ты ни хрена не видишь, кроме его носков с спанч-бобом и стейка, блин. Ладно, шучу, там носков не было. И он еще спрашивает: ну, как массаж? Нравится? Я говорю: ну, нравится, но не так, как вам, наверное. И после профессионального массажа, знаете, ну, так, такое, так хорошо, знаете, так после легкого опьянения, типа, ну, на расслабоне, ноги подкашиваются, сышь под себя. Я опасно думаю, если еще подсяду на этот массаж. Ну, прикиньте, потом начну все из дома вытаскивать. Зарплату просаживаю, что у матери потом будут золотой зуб выдергивать. Давай сюда! У меня спина забилась! Не опасно. И напоследок, шутку вам расскажу. Да это все боль была. Короче, не понимаю людей, знаете, которые живут возле моря и не умеют плавать. Это, знаете, сразу что жить возле леса и ни разу никого не изнасиловать. Так, у меня на этом все, шикарная публика. Пока-пока!